Опасен для молодых. Коронавирус в последнее время все чаще поражает людей молодого и среднего возраста. Коварство болезни заключается в том, что некоторые заболевшие, даже не имеющие хронических заболеваний и проблем со здоровьем, в результате оказываются на больничной койке. Ксения Матиеску больше года проработала в красной зоне больницы Середавина. Говорит, лучший способ защитить себя от болезни – сделать прививку. Я видела, как тяжело болеют и, к сожалению, умирают пациенты, в том числе и 50, 40 и 30 лет, в том числе без сопутствующей патологии, несмотря на своевременно и в полном объеме оказанную медицинскую помощь. И это страшно. Непредсказуемость течения – вот что характерно для новой коронавирусной инфекции. Но в период первой и второй так называемых волн, когда поступало большое количество пациентов, вакцины не было, а сейчас она появилась. Ковид, к сожалению, от нас никуда не денется, но здесь вопрос в массовости распространения инфекции и в количестве пациентов, которые могут одномоментно к нам поступить. И это как раз то, на что каждый из нас может повлиять. Такого же мнения придерживается и врач из красной зоны Максим Стариковский. За год работы в ковидном госпитале не раз выхаживал тяжелых пациентов, в том числе и молодых людей, не имеющих хронических заболеваний. А недавно испытал тяжесть ковида на себе. И хотя антител в крови пока много, решил не тянуть и сделать прививку. На данный момент я переболел коронавирусной инфекцией, имею довольно-таки высокий уровень антител. И так как сам я являюсь врачом молодого поколения, безусловно, учитывая даже высокий уровень антител и высокий уровень иммунитета, я сам буду прививаться буквально на следующей неделе и буду рекомендовать своим близким коллегам обязательно сделать то же самое. Записаться на прививку может любой желающий старше 18 лет и не имеющий противопоказаний. Помимо районных поликлиник, вакцинацию проводят в круглосуточных кабинетах. В Самаре сейчас их три. В Куйбышевском районе в больнице номер 10 по адресу улица Медицинская, 4. В больнице номер 6 по адресу улица Советской Армии, 56. И в больнице номер 4 на Мичурина, 125. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Виктория Шарая, «События».